вечер, дорогие и любимые наши зрители! Здравствуйте! Совсем недавно отзвенели новогодние куранты в унисон с бокалами. Отгремели первые батареи салютов. Отшелестели сотни, тонны мишуры и серпантина. А это значит, что пришло время для главного музыкального фестиваля страны. Фестиваля, который гордо носит название «Песня года». А это, в свою очередь, значит, что сейчас в этом зале и у экранов телевизоров миллионы наших преданных друзей. И мы этому, конечно, очень и очень рады. Мы — это ведущие фестиваля «Песня года 2013» Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Итак, под ваши аплодисменты мы начинаем! Музыка и слова Германа Титова «Ну кто сказал тебе?» поет Николай Басков!